Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня с утра вышло новое обновление. И вам всем интересно, что же там добавили. В этом обновлении исправили кучу багов и добавили новую пасхалку. Ребятки, я вам ее прямо сейчас покажу. К вам одна небольшая просьба, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кент АПК. Ну что же, а мы начинаем. MyStandoff.com – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну что же, давайте начнем с самого главного. Это, конечно же, новая пасхалка. Вам всем интересно посмотреть, где же она? Давайте вот скажем вот так. Вот пока я только что пробежал, мы уже эту пасхалку спалили. Дэниел, ты знаешь, что за пасхалка? Ну, покивай головой. Ты знаешь, что за пасхалка, Максим? Уже все знают, что это за пасхалка, кроме тебя. Давайте еще раз пробежим медленно, аккуратненько. Ну а сейчас ты увидел? Что, опять не увидел? Давай еще раз. А вот так. А если я сделал вот так? А если мы посмотрим, ребята, вот так? Да, это тот самый долгожданный конь. Ребята, ну, давайте будем говорить откровенными. Мы все писали хэштег «Верните коня», и разработчики нас услышали. Они вернули коня, но есть одна небольшая проблема. Они его вернули куда-то за карту, но нам он нужен вместо бочки. Блин, ребята, просто посмотрите на этого коня. Как же это замечательно, честно говоря, такое чувство ностальгии. Я предлагаю обратно запустить хэштег «Верните коня», потому что после моего прошлого видео, возможно, разработчики его посмотрели, увидели, что очень много подобных хэштегов, и возможно именно поэтому они добавили коня обратно. Поэтому, ребятки, хэштег «Верните коня», потому что конь — это уже часть нашей семьи. Вот представьте, да, у вас есть член семьи, ну нельзя же его просто взять и выбросить. То же самое и с конем, ребята, он мне уже как родной. Также было много разных фиксов. Например, раньше вы все помните, что тут был буст, а сейчас вы даже просто не сможете залезть под бочку. Вот я вот сколько не пытаюсь, у меня ничего не получается. Может, конечно, я сильно рукожоп, но это, ребят, вряд ли, потому что у парней тоже. Да. 100% этот буст тоже исправили. Ну, ребятки, и опять это не все. Пацаны, за мной. Я знаю еще одну исправленную штуку, о которой мало кто из вас заметил. Ну а для следующего нашего исправления нам необходимо переместиться в винный погреб. Ребятки, обратите внимание сюда. Вы еще мне скажете, Кент АПК, так а что поменяли? В общем, специально для вас рассказываю. На своем стриме я смотрел, и тут был знак парковки. Кто смотрел мой стрим, поставьте плюсик в комментарии. Тут был знак парковки. Теперь вместо знака парковки сюда поставили дверь. Ну, как по мне, это гораздо лучше и вполне логично. Ну а теперь самое-самое важное, потому что нам всем вместе с вами интересно, исправили ли данный баг или нет. Потому что, если вы все прекрасно помните, я снимал видео, что вот сюда и можно было пролезть за карту. Давайте прямо сейчас все это проверим. Так, ну что же, прыгай. Все, тут потолок, все, я понял. Давай сюда встанем, слышь, иди сюда, иди, Максим, сюда встань. Сейчас мы, ребятки, попробуем все это проверить. А тут выходит, не. Поэтому данный баг успешно закрыт. И, ребятки, еще один важный нюанс. Если вы находите подобный баг, то не надо его использовать в ММ и портить игру другим нормальным игрокам, потому что за это уже банят. Буквально недавно я узнал, что уже некоторых ютуберов забанили за багаюз, поэтому не используйте никогда баги. Если вы их находите, то отправляйте их кенту, ну а потом в официальную группу, чтобы их закрыли. Ну а прямо сейчас я вам покажу еще один пофикшенный баг. Так, ребятки, подходите сюда и показывайте буст. А, нету буста, да? Обосрались! Пацаны, буста просто-напросто нету, его успешно пофиксили. Теперь, к сожалению, у нас с вами не выйдет полетать на карте Зона 9. Эх, а так хотелось. Давайте проверим, исправили ли разработчики баг с черной дырой. Вы не поверите, но они исправили. Теперь смотри, действительно, я кидаю скин. Вот я кидаю скин, да? И он никуда не проваливается. Но при этом они создали новый баг. Это невидимая стенка, ребят, посмотрите. На данный момент все эти скины, они просто-напросто находятся в воздухе. Обалдеть. Вот за это я и люблю разрабов. Они что-то исправляют, но при этом делают два новых бага. Посмотрите просто на эти замечательные летающие скины. У меня такое ощущение, что это какой-то невидимый аукцион. Типа, заходи, выбирай, не бойся. Ну, например, я хочу вот этот USP-писец. Вот, беру, подбираю.
Блин, ребят, ну это однозначно заслуживает вашего лайка, особенно вот этот скин, который просто ребром в воздухе застыл. Такое ощущение, что это просто какая-то матрица. Ну что же, ребятки, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Я очень сильно себе хочу добить до лета 600 тысяч подписчиков. Поэтому, пожалуйста, каждый, кто просмотрел данное видео, подпишись и разошли это видео друзьям, ты очень сильно мне поможешь. С вами был ваш Скин, пока, всем удачи, всем пока.